В Якутии пока ни один коллектор не внесен в реестр судебных приставов. Об этом сообщил руководитель управления службы судебных приставов по республике Алексей Никифоров. Сегодня в столице проходит расширенное заседание коллегии ведомства, на котором подводят итоги прошлого года и планируют 2017. Одно из значимых событий прошедшего года стала передача полномочий по контролю за коллекторскими организациями управлению службы судприставов. Теперь коллекторы обязаны состоять в соответствии реестре, чтобы продолжить свою деятельность. В свою очередь, люди, которые пострадали от рук слишком напористых вышибал, могут обратиться с жалобой в ведомство. В целом, по Российской Федерации в реестр сегодня включены порядка 40 организаций. Еще раз повторю, в нашей республике заявления нет, но мы анализировали информацию в реестре юридических лиц, да? Зарегистрировано порядка 13 организаций, которые в качестве одного из видов деятельности указывают деятельность по взысканию просроченной задолженности. Но будут ли они обращаться к нам для включения в реестр, неизвестно. Жалобы пока не поступали, но я не исключаю, что они будут, потому что, насколько я знаю, в республике действуют также представители уже внесенных в реестр в других субъектах коллекторских юридических лиц.